Друзья, с вами Светлана Титова на канале «Поделки с детьми. Поделки своими руками». Сегодня я хочу предложить вам сделать вот такие вот чудесные волшебные орешки. Каждый из нас хочет знать, что нас ждет в будущем, что нас ждет в этом году. И вот я решила сделать такие орешки, в которые я вложу записочку, в которой говорится, что человека ждет в этом году. Допустим, удача во всем, любовь с первого взгляда, может быть, путешествие. Для этого я беру обыкновенные вот такие вот скорлупу из грецких орехов. Я ее покрасила. Теперь в серединочку ложу конфетки. Беру фольгу, заматываю конфетку. Ложу в серединочку и сюда ложу записочку. Сверху закрываю крышечкой следующего половиночкой ореха. И вот такой сюрприз новогодний у меня получается. Ребенку можно сделать большой такой орешек. В него можно положить даже маленькую игрушку. Записочку я написала с юмором «Любовь с первого взгляда». Вложу тоже сюда. Закрываю крышечкой. По кругу я намазала клеем. Вот такие у меня орешки сюрпризом получились. Друзья, была рада встрече с вами. Всего доброго, до свидания, улыбайтесь.